Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Keys War of Mine. Опять-таки я загрузил 12-й день, потому что я хочу еще одну концовку Бруно получить. Это самая плохая из всех возможных концовок. Так. Так, завершаем день, короче. Павла пойдет у нас на стройплощадку. Нет, я сказал Павлу. Так, ты ничего с собой не берешь? Эта концовка связана с Бруно, поэтому Бруно должен всегда дома оставаться. Так, давай. Мы вперед так убежим. Возьмем все. Так, нам сейчас самое главное наверх забраться. Так, давайте это тоже возьмем. Тут обыщем все. Хотя это не так важно обыскивать. Выгоднее, кстати, всего таскать доски, а не компоненты. Компоненты хоть 4 штуки вмещаются в один слот, а досок всего лишь 2. Но вот из 4 компонентов мы делаем 1 единицу дров, а из 1 единицы досок мы делаем 1... Ой. Вот он. И что? Военные, кстати, тут. Ну ладно. Что случилось-то? Почему они ничего не делают? Ой, что-то он залагал. Понятно. Я думал, они меня не трогают. Блин, Павло погиб. Надеюсь, этого хватит, чтобы получить ту концовку у Павла. Ой, то есть у Бруно. Вот так, очень голоден. Ладно, давайте завершим день, посмотрим, получим ли мы эту концовку. В депрессии, ладно. Будешь спать в кровати. День 14, ты опять-таки будешь спать в кровати, потому что у тебя депрессия. Не будешь ты спать у нас в кровати. Бруно совершил самоубийство. И, конечно же, я его за это презираю. Мы нашли Бруно мертвым. Его силы кончились, и он покончил жизнь самоубийством. И я за это его презираю. Так, ладно. Ну вот, я еще одну концовку получил у Бруно. Ну и, собственно, вроде у него последняя концовка осталась, и, скорее всего, она связана с дополнением. Так, ладно, это я пропущу. Так, однажды ночью... Так, ладно. Потеряв последнюю надежду, Бруно повязал петлю на шею, его последние мысли были о потерянной подруге и том, чему не суждено было сбыться. Так, вот еще одна. Это самая, я так думаю, самая-самая плохая концовка. Даже хуже, чем просто если бы он погиб. Ну ладно, в принципе, на этом я тогда закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!